Game on! Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня будет очень жесткий ролик, потому что дуэли вернулись. Я очень рад, потому что дуэлянт снова возвращается к делу, но он и так, конечно, постоянно над этим работал, но сегодня будет интересный ролик, потому что вышли новые скинчики на лунный Новый год 2023. Это у нас Грифик, у нас есть даже пинчик на него тоже стоит, это Ева. Серьезно, Кубас 950. И третий, смотрите, автоматически стал. Это тоже лунный Новый год, только 3 года назад эта пачечка была. Но сейчас я вам покажу моментик. Так как постер был по лунному Новому году именно вот в таком стиле, мы можем видеть, что мы можем также Бита взять, Биби, и еще мы можем взять Тару. Ну, а где Прима? Там же еще один год был. 22-й, 21-й. Ну, по ним, конечно, непонятно, но перед началом, что понятно, это то, что надо обязательно закинуть лайк, подписаться на канал и, конечно, подрубайте код ММА. Спасибо большое всем, кто поддержит. Я сейчас порядок выверу, как именно пойдем. Но будет весело. Так что приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее и погнали. Но вообще, я подозреваю, что будет крайне нелегко, потому что... Здесь скоростная площадка, и бегать крайне тяжело будет по ней. Особенно вот такие типы с плэшем бегают. А, возможно, гаджет можно... Не, гаджет не буду менять. Так, чела мы вытеснили. У нас... Ты у нее потычки, надо проверить. Не будем жалеть, потому что дальнейшем Мортис и так далее, их еще как-то можно их наказать там через Тару, через... Хотя бустер. Бустер это опасно. Ту-ту-ту-ту. Надо посмотреть, что по герам. У меня на Эве все по дефолту, там перезарядки дома. Не-не, даже ульта не пригодился. Офигеть, вы видели? Звук анимации уже был. Так, давайте сейчас одну секунду поправлю кое-что. Все, вроде нормально. Чел меня реально может двух персов снести. Я его... Блин, сейчас же тут танки будут. Так, у нас Биби еще есть. Ну, со скоростью Биби тоже все. Не прям самый идеальный вариант будет. Короче, нелегко будет найти скинчик на этой карте. Это я вам уж однозначно говорю. Так, забайтили. Отлично. У нас, может быть, есть вариант поставить сначала Еву, чтобы она просто пинчила. Пусть, может, проиграем на ней. Но Гриф уже будет с ультой в дальнейшем. И это куда более опасно сразу будет. Ой-ой-ой, Эмс. Уф, какие жесткие пики. Чисто 3 танка наберут. Калет хоть бери. Но у Калет нету скина. А, может, есть? Нет? Чел по скоростной только бегает, так его легче прочитать. Хоть он быстро бежит, но ты понимаешь, куда он двигаться будет. Окей. Вот сейчас по-любому никак не остановить, я вам отвечаю. У Эши просто бесконечное ХП, учитывая еще этот круг. Хотя... Мне кажется, просто чел чуть не так отыгрывает, как ему стоило бы играть. Эш Эву размотает, просто жесть. Ну, сейчас он отхилил, все нормально у него. Ульта? Окей. Ну, пик вообще очень душный. На Грифике нам надо запустить нашу ульту, когда он поставит свою, и постоянно просто его коцать. Блин, а он-то разозлится жестко. Давай! Блин. Смотрите, какой он жесткий. Ну как, жесткий, я имею в виду, что этот.
У него скорость просто нереальна, когда он зол, еще и по скорости этого. Ускорение. Ладно, сейчас. Давайте. Так, дымок, бей. Еще бы одна тычка, я бы минус был, офигеть. И этот еще притянет сразу. Ну, не тут-то было, братишка, у меня старочка немножко другая, которая хилит. Это просто жесть, это очень душный пик, я не знаю. Ой. Мне показалось, или слева снизу я что-то увидел. Вот тут слева снизу какую-то лампочку, то ли это у меня... А, вот, ё-моё, это, оказывается, от грифа упало что-то. Я думал, какая-то новая функция появилась там. Проголосуй за карту или еще что-то, заскамили немножечко. Блин, офигеть. Ну, два скинчика 23-го года, походу, настолько жесткие, что пока даже до третьего суперстарого скинчика 2020-го лунного года мы не дошли. Кстати, есть момент. Зацените мой топ по скинчикам, если вы еще не смотрели, вы реально офигеете. Ну, самый лучший по продажам и так далее. Там было очень прикольно. Если еще не видели, обязательно чекните. А мы отправляемся в следующий путь. Это у нас пчела. Пчела опасна, но заспамить можно. Если ульту накопить, то ей хана. Но, опять же, две тыки хорошие. Вот одна. И вторая. И чел на агрессии играет. Под читом. Он буль... 3700 пробивает он. Да, тут уже заскамили немножечко. Ну ладно, погнали дальше. Калет будет сейчас нагло играть, рашить с гаджетом и так далее, но я все равно за это подловить можно. Ой, серебряные, золотые, там прям весь набор. Ой. Ой-ой-ой, вот словил на ошибочки, теперь я тебя не только тебе на ошибочки ловить меня. Все серебряные, золотые. Чё за тактик такой? Блин, достал. Окей, нам нужно просто одну милитычку дать. У нас будет ульта. И дальше, братишка, мы тебя подложим на ошибочки. Продавливать ее шансов нету. Бессмысленно, да? А по ульте у него не так много, он залетел, но у него даже половины нет. Ему, ну, главное мне просто все нормально сделать, все. Часик, конечно, смеялся от того, как я утонул, да? Но просто посмотрите на вот эту. Я вот когда с бутербродом хожу по дому, вот собака, смотрите, вот собака так же бегает за мной, как этот чертик за ним бегает. Это просто жесть. Зюми нам так по кругу, по скорости. Но у нее, кстати, кайфовый пик насчет колет, потому что вот одни эши. Эши, честеры, сэмы, бустеры, просто бесконечно. Здесь одни танки уже достали. Вот его разозлись, он же потом так подожмет.
просто заходит три тыки. Ну давай, ладно, посмотрим, как ты на гриф так будешь заходить. Вот прям по-наглому. Я тоже буду по-наглому сейчас на грифе играть. Я понял. Сэмом, не, Сэмом, Сэшем так нельзя играть. На этой карте. Чел на плюс В просто идет, ну просто жесть. Достал ты, блин, чё ты там сидишь, достал? Ты либо на меня нападаешь, либо там сидишь, тебя не поймешь. Так, тройная, четверная, теперь одиночная. Двойная. Тройная. Четыре, одна, две, сейчас два. Три, сейчас четвертая. Теперь одиночная. И почти есть новая ульта. Сейчас накопим ульту, надо комбычить. Так. Блин, так кто там написывает? Почему мне как будто заморозка какая-то? Уф. Ну ладно. Блин, добить как раз квестик не хватило одного килочка. Вот это решающая была. Тара на кров. Ульта долго, блин, копилась. Ну ладно. Сейчас нормально. Нет, вот он. Хочется калет просто взять, но на калет скин, к сожалению, не тот. Не под эту серию. Не под эти ролики. Как же тяжело на скорости попадать, я просто жесть. Особенно на таких персах. Они еще порой двигаются, вообще не поймешь, как это, как этот... Как эта мурзилка двигается. Иди, 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 иди. Букаки идут. Найс. Не хилится, браток. Блин, да. Ульта. Сейчас лют крысить буду, вот буду вот сразу стянуть тебя. На! На! Блин, какой же ты жучара. А ты ульты потратил? У тебя ульты нет, а у меня почти есть. Сейчас, когда я накоплю ульту, как же я буду крысить тебя? Я буду просто сидеть, как кустарный шедешный игрок. Я буду не вылезать. Ты будешь просить, давай, подеремся. Но я буду просто тянуть время. А потом я тебя... Я вот так тебя тяну и заберу. Ладно, если серьезно, просто реально бесят эти танки. Вот первый пик Ева, вообще невозможная тема. Я не знаю... И у нас чуть-чуть залетает на всемирную славу, на которую, к сожалению, нам пофиг, потому что мы
позади всех, всего мира. Те, кто получали компенсацию, они уже там лунная плюс, ну поэтому нам на нее тоже пофиг. А так я очень рад, что карты дуэли снова вернулись в игру. Спасибо большое всем, кто досмотрел этот ролик. Надеюсь, вам он понравится. Приходите завтра. Завтра будет очень особенная серия по очень важному моему аккаунту. Не буду спойлерить, но так что до завтра. И спасибо всем, кто поддержит активно. Всем удачи и всем пока. С вами был ММА.